Алиса почти не выходит из дома. Обуться, одеться, пройти по заснеженной улице. В последнее время даже самые простые действия вызывают у девочки сильнейшую одышку, учащенное сердцебиение. Синеют губы и пальцы. У Алисы врожденный порок сердца. А когда ей исполнилось 15, добавились серьезные осложнения. Вот что порок сердца, у нас называется большой дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток и высокая легочная гипертензия. Вот из-за высокой легочной гипертензии как бы у нас операция неоперабельная. Поддержать жизнь Алисы поможет лекарство Таклир, которое снижает давление, одышку, в общем, позволяет девочке жить самой обычной жизнью и заниматься любимыми делами. Рисовать, читать книжки, ухаживать за младшими братом и сестренкой. Прием таблеток строго 2 раза в день, утром и вечером. Замене лекарства не подлежит. Более того, это единственный шанс на операцию для ребенка. Но курс лечения этим препаратом только в течение месяца стоит 135 тысяч рублей. А в семье 3 детей и единственный кормилец – папа. О том, что будет, если не принимать лекарства, родители боятся даже подумать. Конечно же, чтобы ребенок жив, жил, был здоров, то есть радовал нас. Как бы мы надеемся, что вот после приема препарата у нас улучшится и облегчится наша жизнь, Алисина жизнь, ей станет легче. То есть, ну, вся надежда вот на препарат, на Траклир сейчас. Алиса застенчивая, скромная, пока не успела написать письмо Деду Морозу, но точно знает, о чем мечтает. Я хочу, чтобы я здорова и училась, и чтобы я у меня успешна и я маня. Чтобы помочь Алисе Кузнецовой, нужно отправить смс на короткий номер 7522. В сообщении написать слово «родная», поставить пробел и указать сумму. Она будет списана с вашего счета. Итоги подведем на благотворительном вечере «Добрые сердца» 23 ноября.